Новейшие разработки для Росгвардии и других силовых структур представили сегодня в подмосковном Красноармейске. В форме «День передовых технологий» он проходит впервые. Участвуют более 200 предприятий, которые работают по гособоронзаказу. На полигоне стрелковое оружие, экипировка, средства связи и охраны и другая военная техника, в том числе для кораблей и авиации. Позже специалисты отберут лучшие образцы. Некоторые из них после испытаний поступят на вооружение Росгвардии. В последний день форума, 27 мая, выставка будет открыта для всех желающих, а силовики продемонстрируют свои профессиональные навыки.